Адам соне матана. Спасибо. Что означает, что человек ненавидит подарки? То есть получать наполнение без своего личного усилия. К примеру, человек дает мне подарок. Я должен толкнуть его? Нет. Я должен принять? И да. Ненавидеть то, что я получил? Нет. Какое правильное отношение? Правильное отношение — принять подарок, чтобы доставить наслаждение товарищу. А то получение подарка должна быть какая-то боль, необходимость. То, что через подарок я должен вернуть какое-то отношение Творцу, как-то насладить его. Ну, это зависит от отношений, от того, что произойдет.